Добрый день! Перед установкой винтовых свай в плотный грунт ручным способом целесообразно вначале использовать мотобур. Это позволяет сэкономить до 80% времени и усилий. Поскольку винтовые сваи с диаметром трубы более 89 мм испытывают большое сопротивление при монтаже. Ведь землю, на место которой встанет труба, нужно как-то уплотнить. Механизированным способом это сделать проще, а вручную в плотном грунте свая часто пробуксовывает. Поэтому компания ВС Украина производит шнеки для мотоборов Садко, Патриот, Титан, Кентавр для бурения земли под винтовые сваи, геошурупы, столбы, заборы и прочее. Данные шнеки могут изготавливаться даже по индивидуальным чертежам. Часто их доукомплектовывают удлинителями длиной от 500 мм до 4000 мм. Сам шнек для мотобура чаще всего изготавливается на трубе сечением от 50 до 400 мм, с толщиной лопастей от 2 до 8 мм и шагов спирали от 50 до 400 мм. Длина шнека обычно колеблется в диапазоне от 800 до 6000 мм. Посмотреть шнеки для мотобуров можно на официальных сайтах компании. Ссылки на них есть в конце видео и в описании под ним. Благодарю за просмотр. Подпишитесь на канал. Впереди много интересного. Пока!